нет в этом шоу, вот, о котором, по поводу которого соединились, нет, я не участвую. А так-то мы много разговаривали о том, что хорошо бы было бы что-то вместе сделать, но вот в этом нет, не участвую. Можете ли вы тогда сказать или намекнуть, кто вообще сейчас ответственный за воссоединение группы? Есть ли какой-то конкретный человек, который этим сейчас занимается? Нет, я не знаю, там кто. Я думаю, это менеджмент, менеджеры, каждый из участниц этим занимаются. Вот, и они все там сейчас решают, да. Как вы сами вообще относитесь к воссоединению группы, ваши мысли? Я прекрасно, как говорится. Единственное, что я рад, можно сказать, это видеть, но единственное, что мне непонятен повод, почему выбран такой повод, и зачем он выбран, и зачем выбран повод. И возникает вопрос, это с чем это воссоединение? Это воссоединение тату или воссоединение вместе с шоу с каким-то там? Вот что мне непонятно. А так-то я только за. Вот ходят слухи, информация не подтверждена о том, что это краткосрочный и коммерческий проект. Вот вы сами как думаете, насколько это долгосрочное воссоединение? Если бы не странный повод, у меня было бы это, может быть, другое мнение. Но мне непонятен, почему такое событие, как воссоединение группы, легендарной мировой группы, произошло в рамках какого-то шоу около музыкального. Вот это мне непонятно. Неужели нельзя было посвятить этому отдельное выступление? Как вы считаете, воссоединение произошло именно в Минске из-за того, что нельзя исполнять песни на территории России? Так ли это? Нет, это глупость. На территории России песни тату никто не запрещал. Вот. И они эфирятся, кстати. В эфире стоят, и ничто им не препятствует звучать. Это первое. Второе, почему в Минске? Это другой вопрос. Это надо спросить у менеджеров. Видимо, это связано как раз вот с каким-то, может быть, коммерческими вопросами.